Друзья, в конце октября проходил благотворительный стрим. Мы собирали средства на поддержку семьям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Предлагаю вашему вниманию отчет о собранных средствах. Юра, 9 лет, отставание в развитии, необходимы были стулья и доска для занятий. Иван, 16 лет, диагноз ДЦП, нуждался в зимней одежде. Денис, 11 лет, ребенок на коляске вследствие операции на позвоночнике. Закуплены необходимые препараты, а также оплаченные МРТ. Ваня, 6 лет, ДЦП, закуплен специальный велотренажер для занятий. Сергей, 7 лет, синдром Дауна, закуплен рециркулятор для его комнаты. Остаток собранных средств в сумме 9300 рублей мы решили перенести на следующий благотворительный стрим, который пройдет 25 декабря. Данные семьи, и мы хотим поблагодарить всех, кто принимал активное участие в благотворительном стриме. Спасибо всем огромное за поддержку, за вашу отзывчивость и добрые сердца. Сделаем этот мир чуточку добрее. Ваша Чиунина.